В Эрмитаже хранится одна из самых больших в мире коллекций резных камней. Античных, восточных, европейских. Об одном из этих резных камней я как раз хочу сейчас рассказать. Особая роль в создании коллекции эрмитажных резных камней принадлежит Екатерине II, которая очень любила собирать геммы, камеи, печати. В 1787 году она приобрела целиком очень большую коллекцию, ранее принадлежавшую герцогам Орлеанским. Эта коллекция собиралась в течение многих поколений, но последний герцог Луи Филипп решил ее продать, поскольку ему не хватало денег на поддержание своего роскошного образа жизни. И вот коллекция поступила в Эрмитаж, и в числе разных античных, восточных и прочих гем резных камней к нам попала уникальная иранская печать VI века, печать иранского вельможи Махана, самый длинный из известных среднеперсидских надписей. Это большой халцедон серый, на котором изображен портрет сасанидского иранского вельможи и перечислены все его титулы. Некоторые обороты нас удивляют, они стали понятны совсем недавно, когда найдены были эпиграфические памятники, когда мы проанализировали тексты персидских рукописей, и там эти обороты встречаются. Например, он говорит, что он достиг всех своих титулов и почестей. Падхарв Яздан Эрих – это при всей помощи богов. Этот оборот встречается в литературных текстах применительно к иранским царям. Еще один интересный титул входит в его регалии – это спальник. Шебестан Аденик – это человек, вхожий в спальные покои царя. То есть он имел к своему царю доступ и днем, и ночью. Это совершенно не значит, что он состоял при гареме. Он не евнух. На его портрете изображена короткая бородка, которая, как известно, у евнухов не растет. А вот то, что он занимал очень высокий пост, это из надписи ясно. Еще один очень интересный титул. Он, оказывается, был председателем профсоюза ремесленников города Абад-Хасров. То есть он совмещал несколько должностей. Таких подробных надписей с перечислением всей титулатуры, всех должностей, со ссылкой на богов, которые позволили ему сделать такую головокружительную карьеру, мы больше в Иране не встречали. Обычно иранские надписи на геммах, они короткие, имя отца, должность. Этим, как правило, ограничивались. А здесь сасанидские резчики не пожалели места для надписи, для роскошного портрета этого вельможи. И вообще, это одна из самых крупных халцедоновых гем, которые нам известны. Обычно они гораздо мельче. Даже царские печати, они таких размеров достигают очень редко. Мы довольно много знаем о том, как использовались сасанидские печати. Как правило, делались оттиски на глине с добавлением других связующих веществ. Получались очень устойчивые к огню и всяким природным стихиям глиняные булы. Они подвешивались к документам. Они подвешивались к тюкам с товарами, если опечатывание происходило на таможне. И, соответственно, в зависимости от должности владельца печати, он опечатывал эти документы или товары в зависимости от того, за что он нес ответственность. Благодаря стараниям Екатерины и благодаря тому, что во Франции случилась революция, герцог разорился, кстати, был казнен впоследствии, народом, несмотря на то, что считал себя другом народа и боролся за равенство и братство. В коллекции Эрмитажа оказалась очень редкая гемма с полной титулатурой сасанидского вельможи, с перечислением всех его должностей и даже с упоминанием того, что все эти почести и должности он получил благодаря помощи богов.